Всех приветствую, я Адонис. Мы продолжаем проходить Зарю Рагнарёка, и посмотрите, что я нашел. Наследие Ивальди. И свиточек. Гайву Лейси и смердящий тролль. Однажды Гайву Лейси съел тролля. Мясо так сильно смердело, что в следующий час Дверг стал крайне забывчив и не мог повторить дважды ни одно из своих действий. Зато жизнь какая разнообразная стала. Вообще странно, когда все забываешь, наоборот, повторяешь. Не помнишь, чистила зубы или нет, и в итоге миллион раз чистишь. Закрыл я дверь или нет, и возвращаешься, каждый раз перезакрываешь. Так что я не согласен с этим манускриптом. Это героические саги. Чтение истории о героических подвигах откроет... Вот, героический книжник. Героические саги можно отыскать в любом уголке Свартальфахейма. Они рассказывают о заключениях Дверга по имени Гуви Лейси и написаны довольно увлекательно. Кроме того, Хави может почерпнуть из них пару идей, дабы приукрасить свои истории на арене Валькирий. Найдите их все и разблокируйте полный набор бахвальств. Арена Валькирии — это типа местного рэпа будет, да? Рэп-баттла? Окей. Как видите, я тут все очистил. Можно и дальше двигаться. А, вот, видимо, арена Валькирий. Так, она всегда ученый муж и солнечный камень. Реликвию передали Эйнеру, ученому Двергу, который служит огненным великаном. Хави намеревается побеседовать с этим предателем. Ну что, в птицу обратимся и полетим? Только надо хук восстановить. Одной единички не хватает, зараза, как обидно-то. Надпись. Сей дворец выстроил Хрейдмар, наш горячо любимый король. Это свидетельство непоколебимой воли и непревзойденной мудрости народа Двергов. У них король был, смотри-ка. Славные, наверное, были времена для Двергов. Так, а вот фугоцветы. Так, нам налево. Обратимся птицею и полетим. Прекрасно. Вот красота. Сколько времени сэкономить-то можно? Великолепно. Причем ворон красивый такой, белый, с золотистым оперением. Кончиками оперения. Ой, я сейчас разобьюсь, да? Зараза! О, срака. Или не, все нормально. Он автоматически спускается. Я стою живым. Окей. Но не так далеко я могу полететь. Надо прокачиваться. Это мой волк. Так, тут гора у нас, да? А, надо было с той стороны обойти. Ну, так тоже можно. Похоже, это здесь. Скучновато, но... Тут было тихо. Простая жизнь. Покой, которого меня лишили козни Локи. И, увы, мое собственное безрассудство. Сколько тут хугоцветов, да? Обалдеть. Здесь никого нет. Ну да, разве дверги могли противостоять Турсам? Эйнар говорил, что камень стережет городок.
Камень, тут какая-то записка есть. Свиток. Этот городишко стережет лишь одно. Вон та статуя. Прикольный городишко. Покажи, что там впереди. Деревушка, я бы сказал. Гуйве Лейси и неуязвимый враг. Однажды Гуйве Лейси бросил вызов бойцу, которого можно было ранить только мечом. Так что Дверг выковал меч и быстро одержал верх над своим противником. Охренительная история! Лучше еще не слышал. Невероятная фантазия. Ух. Однажды я нашел еду, которую можно было разжевать только зубами. Поэтому я открыл рот и съел ее. Однажды я встретил кота, которого можно было погладить только рукой. Поэтому я снял перчатку и погладил кота. Ах, зараза, тут крысы! Этот городишко стережет лишь одно. Вон та статуя. Так, свитки платины. А зачем они нужны, интересно? Чтобы... А, возможно, чтобы оружие божественным сделать. Кстати. Вот, у меня есть божественное оружие. Возможно, любое можно таким сделать. Ай, посмотрите, его дальше прокачивать можно. Ух ты ж, круто. Возможно, то же самое с броней. Опять крысы, ублюдочные. Как будто мне в Париже их не хватило. Предупреждение, если вы читаете это, значит нам всем грозит опасность. Возьмите с собой лишь самое необходимое и спешите к холму, в сердце которого скрыт Аликоглас. Холм. Аликоглас, это хорошо. Ты смотри-ка, семейка оленей. То же самое. Но Ивер сказал про статую, ну то есть Хави. Надо залезть. Здесь был камень, который осторожно вытащили. Ни царапин, ни следов огня. Значит, его забрали не турсы. Помню, в детстве мы с братьями порой крали что-нибудь у фей. Славные были времена. Иногда феи успевали заметить нас и пытались поскорее спрятать свои сокровища. Феи, дверги... Все они мыслят схоже. Нужно обыскать в этом городишке каждый уголок. И как следует.
А, славные были времена. Только не для фей. Бедные. Последние крохи оббирали с них. Мне послышалось Хави. Наверное, мои уши шалят. Так, вот проход. Уже неплохо. Даже хорошо. Крысы, мрази, пошли вон. Эх, холера. Все ушли? Так закрыть срочно. Фу, хоть света запустили. Смрад выпустили. Не, здесь ничего нужного нам нету. Так, а вот. Солнечный вот камень. Посмотрим, для чего Эйнар тебя приспособит. Ха-ха-ха. Все, покидаем эту деревушку. Одни коты тут остались. И крысы. Почему коты крыс не ловят, а? Вот ублюдки жирные. Ладно. На кота рука не поднимется. Если только погладить. Такие они ублюдки. Магии обладают. Пойдем-ка сюда. Там вроде какое-то заданице. Тайна. Прямо такая сказочная деревушка, прелесть. Пока что это дельце мне настроение поднимает. Нравится. Обо! Любимый мой! Судьба разделила нас слишком рано. Что такое? О, титанчик? Что такое? Эй, в чем дело? Что за стенание? Я... Расскажи мне все. Мой возлюбленный Бо. Я с ним даже не попрощалась. Он поскользнулся и упал, когда чинил крышу. А теперь он... А, ясно. Возможно, есть способ вернуть его. Сейчас я не могу им помочь. Но теперь я обретаю новые силы. Если появится способ, стоит вернуться сюда. А, вот как. Слушайте, интересно. То есть какая-то способность поможет спасти его? Время отмотать назад? Ха. Посмотрим. Так, нам Хвергельмир Мюльну. Полетели. Вроде как разбиться не могу. Максимально вверх летим. Ох, какие виды-то открываются. Прелесть. Ох. Вот какие надо игры делать этой студии. Это у них получается. Все выше и выше, слушайте. Нет предела для ворона. Нифига себе, как быстро вниз. Жесть. А что за рыба тут? Лосось обычный. Ты. Какая живучая зараза. Перышки лишними не будут. Ха.
Ух ты, тут все выжжено. Эти ублюдки поработали. Нам нужен Эйнар. Что видишь, Сюнин? Хави. А вот и он. Я уж думал, что кто-то посмел преградить тебе путь. Те, кто на это решается, долго не живут. Пожалуй, здесь достаточно врагов, так что с тобой мне будет куда спокойней. Идем, моя мастерская рядом. Вот твой камень, Эйнар. Значит, ты трудился здесь до вторжения турсов? Здесь и в других мастерских. Турсы взяли Ульдар, пленили Фритьофа и мою племянницу... Чуру? Да. Тогда я вернулся в город. Сперва помогал... Не стоит привлекать внимание. В конце концов дал турсам себя поймать. Пошел в услужение к Глоду. Чтобы спасти сына. Ты куда лучше, чем мне казалось, мастер Эйнар. Как видишь, в последний раз я был здесь довольно давно. Позволишь спросить, что Хави из Асгарда нужно в Свартальфахейме? Моя цель немногим отличается от твоей. Я спасаю сына. И для этого мне нужна реликвия. Пусть еще не ясно, в чем ее сила. Ясно. Значит, ты здесь не ради двергов. Можете считать, что ради вас я перебью всех турсов, что станут мне мешать. Какой щедрый дар. Не стану спорить. Ядрить! Чё ты натворил там? Хель, его забери! Что? Что такое? Поломалось что-то. Хави, прости меня! За что? Ты подвёл меня, Эйнар? Чтобы изменить форму солнечного камня, его нужно сильно раскалить. А мои инструменты слишком старые. Прости. Дай его мне. Я могу перенести жар любой силы. Конечно! Когда камень раскалится как нужно, он ярко засияет. Принеси его мне, и я закончу то, что ты начнешь. Сильно сказано, Дверг. Я все сделаю. Так он же остынет, пока я принесу. Это надо лаву набрать куда-нибудь. Ведро какое-нибудь. Теперь нужно выдержать жар, что под силу разве что детям Муспеля. Надеюсь, это сработает. Если же меня пытаются обмануть... Эй, нам погибнет очень быстро. Огонь везде! За огонь и лаву. Ну, и за Сашку, конечно. Так, уходим, зараза. Вот скоты. Мне еще надо этими мечами убивать, чтобы ачивку получить. Поэтому я стараюсь именно ими убивать. Ну давай. Ох, красиво. Вы бесконечные, что ли? Хорош. Все, хватит с вас. Ну как ты? Лучше даже не спрашивать. У тебя есть все, что нужно? Да, кажется, все. Поглядим. А, какой жар! Рунами покрылся. Он подойдет?
Эйнар! Прости, прости, пойми, раньше я только читал о нем в древних рукописях, а вот своими глазами не видел. Так ты сможешь открыть мне путь в тайник? Думаю, да. Но Глод ведь не глупец. Он наверняка подготовился. О Глоде я позабочусь. Как скажешь. Если Фритьев с Тюрой не задержатся, они будут на месте к тому моменту, как ты прибудешь в старый город Ульдора, пещеры в его сердце. А ты? Мне нужно передохнуть и прийти в себя. Но я подойду туда, как смогу. Не подведи меня. А я подводил? Я сделаю, что обещал. Открою тайник. Посмотрим. Так на нем акцентирует внимание, что может он и обмануть. Хотя вроде как он ради сына тогда предавал. Ну предавал же! Хави, конечно, перестраховываться с такими ребятами. Опять свернулась игра. Что такое? Можно поговорить еще. Я не подведу тебя. Отправляйся в старый город Ульнера, к моему сыну. Я приду туда, как только отдохну, и мы закончим начатое. А может, он наврал, что он все это делал ради сына? И предаст всех, и меня, и сына своего. Всякое может быть. Посмотрим. Так, что это у нас такое? Давайте-ка посмотрим. Камушки какие-то. Золотым цветом, как правило, очень полезные вещи обозначены. Ни хрень какая-нибудь. Ох, какие аппараты. Арика глаз. Нужна дружина. Набег начать? Чего? Какой нахрен набег? Откуда этот чувак вообще взялся? Ядрить! Вот в мой сон вошел. Во дела. Окей. И штурмовая музыка пошла. Я нашла сокровище, Эйвор. Молодец. Блин, нашего уронили, зараза. Так, псинка. Кто тут напердел? Получи. Так, вот что есть еще у нас. Прыжок назад, это из толпы надо. Надо новыми способностями пытаться пользоваться. Поначалу неудобно, но дальше, я думаю, будет смысл.
Как правило, способности, которые вводят в дополнениях, они более хорошие. Мне нужна помощь! Что там за дикие крики? Мне нужна помощь! Да мы ворота отпускаем! Брата! О! Эй, подойди-ка сюда! Да чё, викинги дошли, даже богов грабят уже! Опоздали как лаза. Пора найти кузнеца. Пусть улучшит мне наруч. Послание Глода капитанам Макхоту, Теки и Хейте. Вы уже знаете, враг что-то замышляет. Он хочет освободить своего сына, Бальдра. Для этого ему может понадобиться древняя реликвия, которая сейчас принадлежит нам. Он не должен до нее добраться. А если доберется, отвечать будете вы трое, головами. Надеюсь, вы все поняли, Глод. Но как? Все ответят головами. Предо мной, ха-ха-ха. Так, я что-то начинаю увлекаться. Лутовщиной всякой ненужной. Не, ну один городок надо было штурмануть в записи, я думаю. Событие будет наше! Все-таки это новая штука. Как минимум декорации. Только я не понимаю, почему ребята из нашего мира здесь? Это очень странно. Возможно, дальше это объяснят как-то. Так, вот, можно посетить кузнеца, а можно отправиться в Ульдар. Где у нас кузнецы есть? В Ульдаре есть? Не похоже, тогда сначала сюда, убежище Гринхелир. Вот так меня встречают. Я вас спасаю, блин. Уже так помог. Ты можешь нас погубить. Здесь тебе рады, друг. Это же Хари. Закрою глаза и вспоминаю, что как сидел в своей любимой таверне в Ульдаре. Ой, сладко. Нашлись самоцветы. Так, можно ему самоцветы посмотрим, отдать. Посмотрим, что я смогу найти. Сначала кузнец все-таки. Мы не сидели бы сейчас в норах. Это... Вон. Тебе хватит материалов, чтобы улучшить наруч. Давай их сюда, посмотрим, что выйдет. Стойкость ворона до 50 секунд увеличена. Нужны перья. Зараза! Очень полезная способность будет. А здесь у нас сила Муспельхейма тоже очень нужна. Постоянно используется. Вот, увеличение времени. С 25 до 35 секунд. Давайте. По-любому не лишнее. Ну и, конечно, вот эта штука. Похититель Хук. Тоже нужна. Так, я хотел посмотреть, можно ли перековать оружие, используя слитки платины. Рады. Да, смотрите, все можно перековать. До божественного. Ну что, с лука начнем, моего любимого? Или я и так всех убиваю с этого лука? Давайте меч. Эгберт. Внешне уже не меняется. Ну понятно, его, видимо, еще раньше сделали, эту модельку. Тогда не знали, что будет божественное оружие. Возможно, предполагали. Ну и давайте уже второй. Так, и какое-то снаряжение можно. Давайте, одежды магистра. Gracias.
что-нибудь нужно? Ну, прощай. У нас тут дел не в провару, а в школе заняться нечем. Так, на прокачку очень много титана нужно, но его стали больше давать. Должен заметить. Вот, еще немножко прокачались. Да, тут сложность повысилась в этой части, в этом DLC. Смотрю, ты жив и здоров. О, я обязан тебе жизнью. Эй, смотрите, вот о ком я говорил. Еще чуть-чуть, и меня б зажарили. Вот твоя награда. Крайне щедро, знаю. Бери. Ни слова больше. Что же там такое? Буду ждать от тебя того же. О, 10 титана. Это хорошо. Еще не все главари йотунов мертвы. Пора это исправить. Ха-ха. Согласен, Хави. Взаимодействовать? Яблочки покушать? Эта мерзость и свиньям не скормишь. Чего так? Такие плохие? Ну что, теперь и в Ульдар можно. Там, кстати, пушировать стоит. Ну, без записи. Так, я так понимаю, надо вниз все-таки спускаться. А нас еще услышат, брат. Мы принесем Сурту голову Хави и станем лордами Муспельхейма. Ты сперва дело сделай, потом хвались. А пока помалкивай. У Хави наверняка в запасе немало грязных уловок. Самых чистых, вы чё? Сейчас будем пользоваться способностью прокачанной. Эйнар сказал, что Фритьёф и Тюра будут ждать где-то за этими воротами. Прозвучало почти как фритюра. Нужно быть осторожнее. Трассер снова взялся за свое. Клянусь, я раскалю ему череп, если он решится ко мне подойти. Скоро помру со скидки. Так, точного места нету. Да искать. Благодарить, конечно, надо тебя. Проклятие, выучи всеобщий язык. Ты же его неплохо понимаешь. Слушай, хватит уже, а? У меня голова раскалывается. И так не просто. Глаза еще не исцелились. Смотри, навлечешь беду. Наконец-то! Ты здесь! Он прозрел! Это чудо! Так, так, так. Неужто ты посмел во мне усомниться? Как твои глаза? Заживают? Потихоньку. Уже лучше. Хвала богам. Пожалуйста. Ну а теперь покажи, что делать с солнечным камнем. Эйнар? Жив, не бойся. Но он стар и уже не так спор. Начнем без него. Ага, вон и постамент. Да ладно.
А, я прочесть хотел. Что надо делать? В древности, конечно, разбирается отец, но... Думаю, я Записка. Брось монетку на счастье, и пусть все турсы задохнутся в своих испарениях. А я соберу монетки. Как пылесос прошелся. Вам всем счастья теперь. Получается, они на мое счастье скинулись. Это же еще не все, верно? Не все. Тот механизм. Как же его... Да, нам надо направить сюда больше света. Я этим займусь, а вы спрячьтесь. Ага, вижу. Это уже классика. Больше света. Какой жадный камень. Все ему недостаточно. Ненасытные. Ну, Хави, блин. Не выпендривайся. Кушай. Получилось. Эйнар был прав. Похоже, камень насытился. Теперь я получу великую. Ну что, врата, распахнитесь. Тайник древних. Бладиан Хаббл. Куда я выясню? В чем дело? Почему оно не открывается? Что-то не так с механизмом? Заклинило. Ну да, кстати, было бы куда лучше, если бы мой отец... На помощь! Займись делом, а я разомнусь. Со мной, сюда! Спляшем! Сперва-тверга! Где ты? Я сперва-тверкал? Ладно, так, я его нашел и думаю за ним. Делай ты, как я. Сэн, если у нас не будет, молчи и работай. Сейчас не время. Нас зараза, лечись! Собачка еще тут? Мой пламень! Хорош. Все-таки боевка офигительная тут. Настоящий кайф. А где собачка, я не понял. Кстати, вот. Совсем забыл. И вот еще. Вот так вот. Хорош. Просто балдею. Долго же я вас ждал.
Кто это? Имеровы подмышки. Ивальди! Ты что тут делаешь, одноглазый пень? Ищу одну древность. Она, гляжу, стала еще морщинистее и ворчливее, чем раньше. Катись ты. Вы ведь за этим пришли? О, реликвия! Это уже хлам. Я вынул оттуда все ценное. А, что? Раз так, пора уходить. Выглядишь так, будто прошел Хельхейм насквозь. Глот, может, и жалкий ублюдок, но пытать двергов он умеет, это точно. Сколько тут богатств. Прикольно, Ивальди жив. Крутяк. Добрая весть. Сейчас облутаем тут все. И пойдем. А, ну в принципе на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Вау. Скрудж Макдак бы обзавидовался.